Студенческие годы – самые лучшие и незабываемые в жизни. За этой, казалось бы, банальной фразой скрывается огромный смысл. Ведь студенчество – это своеобразная большая школа актива со своими веревочными курсами и интересными станциями. Первичная профсоюзная организация студентов – это важнейший орган студенческого самоуправления в университете, и свой путь активиста я начала именно отсюда. После участия в череде мероприятий, таких как «Школа актива», «Молодые таланты» и «Следы студотрядов», я заняла должность сначала заместителя, а затем и председателя профбюро факультета. Атмосфера в коллективе, огромное желание проявить себя, заниматься чем-то интересным всегда мотивировали меня и вели вперед. Большой честью для меня является то, что по итогам отчетно-выборной конференции я была избрана на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии, основной задачей которой является контроль за деятельностью профсоюзной организации и сохранение максимальной прозрачности расходования членских взносов. Форумы – это особая глава моей жизни. Побывав на большом их количестве городского и краевого масштаба, решила двигаться дальше и попробовала себя в качестве работника пресс-службы форумов «Селигер» и «Машук-2014», а также сотрудником кураторского корпуса форума «Машук-2015». Окружной всероссийский уровень, огромная ответственность, новые люди, новые эмоции – все это невероятно интересно. Тем более, что по итогам форума «Машук» я стала грантополучателем. QR-культура. С этих слов началось мое путешествие в мир социального проектирования и реализации инициатив. Помню, что было очень страшно и радостно увидеть свое имя в списке грантополучателей форума «Машук». Грант в 300 тысяч рублей позволил мне реализовать проект, сутью которого является размещение у главных объектов воинской славы специальных QR-кодов, позволяющих получить исчерпывающую информацию об объекте. Результатом реализации является 88 табличек, установленных в Ставропольском крае. Кроме того, опыт реализации передан и в другие регионы СКФО.